Приветствую всех из Одессы. Сегодня 28 мая 2024 года. Буквально только что в 16:18 у нас в Одессе объявили воздушную тревогу. Причина – угроза удара баллистическими ракетами. Сообщают об активности оперативных тактических ракетных комплексов. И даже есть информация о том, что уже были пуски баллистики. Пуски баллистики в направлении Затоки. Вот. Насколько точна данная информация относительно пусков, я утверждать не могу, но так как тревога есть, угроза присутствует, поэтому советую всем пройти в укрытие и находиться в безопасном месте. Вот. Ракета летит, куда летит, неизвестно. Летит она очень быстро, буквально 2-3 минуты. От Крыма до Одессы летит ракета, вот. Поэтому как вариант ее могут пустить и на Затоку, и на Черноморск, и на Одессу, и на Южный, куда угодно. Поэтому лучше тревогу не игнорировать, пройти в укрытие, находиться в безопасном месте.